К нам обратилась гражданка России, жених которой гражданин США. Молодые люди рассматривают воссоединение по виде жениха невесты. Нами была организована персональная встреча с экспертами США, на которой мы детально разобрали кейс клиентов и немедленно приступили к процессу, результатами которого мы, конечно же, поделимся с вами. А пока коротко о данной визе. Итак, процесс по данной визе можно разделить на два этапа. Первое – это оформление документов от принимающей стороны, и второе – это подача заявления отъезжающей стороны. Петиция подается только гражданинам Америки и на территории Соединенных Штатов. Особое внимание следует уделить правильному написанию всех данных избранника, потому что любая ошибка приводит к увеличению срока получения визы. Если вам предстоит такое важное событие в жизни, то мы с радостью готовы вас сопровождать на всех этапах данного процесса. Для этого вам нужно поставить плюсик под видео, и мы обязательно с вами свяжемся.